С 18 февраля вступает в силу закон Республики Хакасия, который определяет бесплатный проезд на общественном транспорте в границах территорий населенных пунктов Республики Хакасия для граждан, которые для женщин достигли 55-летнего возраста и для мужчин 60-летнего возраста. То есть эти граждане смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Так как граждане старшего поколения у нас имели проезд льготный с 50% скидкой, в настоящее время нужно обратиться после 20 февраля в Управление социальной поддержки по месту проживания с паспортом, с фотографией для замены проездного билета. У нас перевозчики уже получили предупреждение о том, что те граждане вот этой категории предпенсионного возраста, они имеют право на бесплатный проезд. То есть, несмотря на то, что на руках будет талон 50% скидкой, да, ездить они уже могут со 100% скидкой.